Итак, всем привет, с вами, как всегда, я, Комар. Сегодня мы будем смотреть Скибиди Туалет 67, третья часть. Моя первая реакция. И не смотрите то, что тут просмотрено. Тут у меня, ну, в Ютубе вы знаете то, что есть такой баг. Заходим, смотрим. Тут будет Челмен Титан, по обложке вижу. Я уже рад. Здесь конец последней части. Здесь его убивают. Интересно, а конец будет различаться с началом? И... Нет. Нет, все-таки был этот ляп, походу. Ну да, был. Здесь Питер пытается его спасти. Нож? Сколько у Спидермена ножей вообще? Что-то понять не могу. Здесь он хотел ножиком. Ну, гипноз. Что с Джуменом? Вы слышали? Ха-ха. Он, они что, умеют смеяться? Кроме своего скибиди, скибиди, скибиди. Ну, тут ничего не произошло. Спикервумен Титан, что ли? А. По черному дыму и голосу я понял. Ну, Джимен, как всегда, валит. Почему там гроза какая-то? Бам! 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 Что он делает? А. Куда? Он не так уже сдох. А, ну блин, но он все равно так. Но он хотя бы не так. У него атака ядром есть. Ну, мне кажется, слишком жестко. Бедный ученый, хочется сказать. Хотя он тоже гад, но надо было с Джименом такое сделать, он больше гад. Ладно, всем пока.